Сентябрь. Сентябрь начался для меня очень здоровски, потому что я проехал свою первую велосотку. Это было тяжело. Я рассчитывал на очень плохие результаты, но мне повезло, и я сделал все быстро и четко. Так, ребята, вот он, мы доехали. Конечно, дорожка была странная. Я видел вообще такие раздолбанные улицы. Здесь кофемолот велодорожек. Здесь есть просто знак «Уступить дорогу». Велознак. Ребята, я попал в Велокиев. Мне тупо повезло. Я просто последний. Я посмотрел, было до 10, а было написано, что до 10. Короче, мне просто повезло, да? Да, просто повезло. С 10 до 9. Вот. О, зато у вас все есть, это будет быстро и безболезненно. Спасибо. Да. Все вам, успехом. Спасибо. Все, ждем вас. Все, больше ничего не нужно? Нет. Все, спасибо большое. Всего до свидания. До свидания, спасибо. Короче, мне достался такой вот пакетик. Блин, офигенно. Распаковочку, я думаю, мы сделаем попозже. Футболочку, смотрите, вот такая досталась. С таким же мерчом. Так, ребята, велик погружен. Я погружен. Сейчас заезжаю за кофейком на Макдрайв, чтобы немного проснуться. И едем. Наташески. Чё, я еду, не знаю. Но она сама согласилась. Я не хотел ее поднимать. Единственная фанатка. Да, мой самый главный подписчик. Немножко заплывший, но сейчас-то пройдет. Так, ребят, и по традиции я показываю вам, что у нас сегодня. А сегодня лютая туча велосипедистов собирается хорошенечко катнуть. Туда я даже не шел, там вообще, там столько людей. Офигеть просто. Давай, чемпион! Короче, ребят, снимаю вам видосик. Тут, когда едешь, не до видосиков, на самом-то деле, хочется дубасить, потому что тут все дубасят, я в шоке. И пока я тут с вами разговариваю, я, мне кажется, упускаю что-то, какие-то позиции. Короче, все, давайте, деду. Так, сколько я приехал, я не знаю. Жужу батончик. Так уж был такой лютый спуск в лесу. Видел белку сбитую. Во мне проснулся интерес дубасить. Ребята, сори, не могу записывать ничего. Короче, не вовремя он достал. Дети даже рисуют плакаты и показывают, типа, поддержка, бла-бла-бла. Короче, круто. Сейчас выезжаем на какую-то трассу. Все, пока. Короче, еду по трассе. Уже полегче немного. Лес был вообще лютый. Там такие спуски. Я не знаю, мне интересно на страве, сколько у меня километров. Побью ли я свой рекорд 62 километра на этом велике, не знаю. По скорости. Вот, сейчас едем по асфальту. Я думаю, шоссейники рады, что закончился лес, а МТБшники не очень.
Короче, если видно, все неровности, все ямочки так отмечены. Да ты что? Короче, проехал 52. Еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Взяли вот такие печеньки, батончики. Кофеек там давали, я пить не стал. Не люблю их, стоять и есть, если можно ехать и есть. Я уже так привык. Затарился водичкой и поехали. Короче, ребят, я на финишной прямой, но начинается дождь. Мне осталось ехать еще пятнашку, но лютый подъем вверх и начинается дождь. Класс! Приключения начинаются. Вот это настоящее приключение. Поливает люто. Ребята, вон вырвались. За мной никого. Я опять оторвался там, пообщался с еще одними ребятами. Короче, едем финишировать! В общем, у Славика сейчас заезд. И он уже Короче, я бегу к Славику. На финиш уставшая. Ужас. Я ему купила презентик небольшой. Там типа носочки, гель. Типа парда его. Вот, я надеюсь, я успею к финишу пробежать, потому что... Короче, тут такой движ несется. Уже все позаканчивали. Я бегу поздравлять с финишем киевской велосотки Славика. Я уже устала копыть. Я уже бегу, Славик, я уже почти на финиш. Где там финиш? Ждем Славика. Ничего не видно. Все комментарии чуть позже. Короче, ребят, я финишировал, я вам все выложу. Я обещаю, сейчас мы идем тусоваться. Мы купили мерч, носочки, футболочку. Короче, кайф. Я довольный. Ребята, завтрак, точнее, уже обед чемпиона. Безалкогольное пивко, плов и кукурузка. А теперь... Вы только посмотрите, это лютое количество велосипедистов, и там просто рядами идет, и здесь. Вообще-то офигенно, хочешь пиво, хочешь чай, хочешь мороженое, хочешь плов, хочешь всякие сырные штуки, батончики, вообще, все бесплатно для участия. Это топчик. Еще надоело нам голос. Дякуємо за голос, дякуємо за бадьорість компанії Red Bull. Самий головний учасник. Бранч Відовика нагодував нас трошечки батончиками і вже навіть встиг. Щоб ви поняли рівень підготовки, є навіть кибітка, де людям роблять масаж після заїзду. Офігеть. Це взагалі щось. Я погнав. В конце сентября мы поехали в путешествие с Наташевским по Черногории. Конечно, оно зацепило и октябрь, но в октябре у нас будет еще кое-что интересное. Поэтому Черногория, сентябрь, поехали. Смотри на тебя.
також, будь ласка, переконайтеся в тому, що будь-які невеликі електронні пристрої будуть доносити на дії розташовані кошти на місцях, що перед вами. Так, вот малышка. Так, ну есть ключ еще. Вот наш рум. Мы тут уже кинули шмотки. И наша комната. Бам! Тут мы будем жить неделю. Но не все время. Давай, прыжочек на кровать. Красивый прыжочек на кровать. Все, ребята, а теперь главное. Балкончик. И скромный вид на гору. Класс. Все, ребятки. Вышли на пляж. Сколько мы шли от дома? Минут... 10 меньше. Да. По дороге еще зашли в классную выпить. Взяли. Да. Вот там старый город. Старый город, потом пойдем туда. О! Это мое пятое море по счету. Я уже был... А. Пятое, да? Гуляем с малышкой. Так, все, мы доехали на Тышевске. Короче, ребята, сейчас все расскажу. Да ты шо? Вот это место, я вам говорю. Вообще. Топчик. Сейчас пойдем туда купаться. А мы живем вот там, за большой горой. Ну что, Наташа, скажешь? Кайф? Да, как красиво. Кстати, взяли такую малыху погонять. Не вот эту, вот эту белую. Ребятки, приехали в Котор, но виды... Котор, но виды тут топ. Вообще, загружу вам видосики, кайфанете. Топчик. Ну что, Наташевский, как тебе? Топчик. Поели сейчас там в тех улочках пиццулика. И гуляем. Ребята, тут надо футбольчик играть. Гляньте. Нормальное поле. С такими видами. Все, ребят, мы наверху. Наташевский, твои комментарии. Устала, но рада. Устала, но рада, что поднялась? Да. Мне кажется, мы сейчас будем пересмотреть вот это видео. Пить воду, там соки, напитки. А в данный момент мы просто... Да, мы ложки не взяли с собой воды. Это... Да. Ничему нас жизнь в этом вопросе не учит. Короче, будем спускаться. Я
приехали с Наташевски. На Черное озеро. Чарное озеро. По-местному. Там такие виды были лютые. Короче, все поснимали, я, наверное, их поставлял уже. Я понял от этих видов, что мне просто хочется насладиться, мне не хочется ничего снимать. И блогер — это действительно работа, прям настоящая, полноценная. Фотки будут, видео будет, но все остальное останется вот здесь. Я не знаю, о чем рассказать. Просто посмотрите на это довольное лицо и знайте, что я кайфую. И все. И у Наташи уже есть чумная идея, чтобы переехать сюда жить. Поэтому еще годик и посмотрим. Когда-нибудь видела черную белку? Я увидела, что она спряталась. Черная. Я черную белку ни разу не видел. И вон вторая. Возле дерева сидит. Вон справа. Прям черная. Черная белка. Давай, этот отпускай. Выключай. Нет. Я хочу тебя просто эту сумку взять. Вот тут вообще обрыв. Ова. Ну, попал. Горы. Наташевский. Горы. Море. Море. Горы. Сейчас будем туда подниматься. Кайф. Thank you.
Так, Наташа ест прошутто. Сыр. Прошутто. Это хлеб. Нам официант приготовил, потому что они уже вообще закрылись, сезон уже закончился. И как бы они не работают. Мы так голодные, потому что знаете, где мы? Знаете, где мы? Дай блинчики еще на десерт. Мы сидим с таким вот видом. Мой телефон вообще не может словить в темноте эти красоты. Короче, мы сидим на горе. И кайфуем. Очкошник! Сказали бы Ачелло. Как бы никто не знал. Она была бы Ачелло, но никто бы не знал. Ребята, влог закончен. Сейчас будем взлетать, видеть море. Комментариев каких? Влог не получился, потому что мы просто хотели реально кайфануть. Поэтому самые крутые видосики и наши поездки можно увидеть в ТикТоке. Переходите в ТикТок и смотрите. Всем удачи и пока! Ну вот и все. Закончился отпуск. Гоу в автобусе. Залетаем в магазин, выпускаем магазин.